Произошло событие под названием «Бедствие четверга», да, которое мы встречаем во многих книгах, в том числе самой любимой в школе халифов. Книги знания, Бухари, да, книги знания, главе «Письменная фиксация знания». Хадис 114 в арабской версии и 93 в русской версии. Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал, когда предсмертные страдания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, усилились, он сказал, поистине, принесите мне принадлежности для письма, и я напишу для вас то, благодаря чему вы не собьетесь с правильного пути. Однако Умар сказал, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, серьезно болен, а у нас есть Коран, и этого нам достаточно. Тут мнения присутствующих разделились, поднялся шум, и тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, оставьте меня, не следует спорить в моем присутствии. Как мы видим, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом собрании прибегнул к еще одному способу. Да? Он пытался письменно запечатлеть приказ о том, что назначает Али алейхиссалама своим халифом. Умар ибн аль-Хаттаб применил здесь, скажем так, запрещенный метод. Да? Он сказал «галабахуль ваджи», то есть над ним одолела болезнь, да, его одолела болезнь. После этих слов, если бы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, даже записал бы что-то, да, запечатлил бы письменно что-либо, это ни в коем случае бы не гарантировало бы передачу власти Али алейхиссаламу, и более того, угрожала исламу и угрожала пророку, самому пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что те люди, которые пришли бы, да, тем или иным способом к власти, сделали бы все, чтобы оправдать эти слова Умара. То есть представить это так, как будто пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в конце жизни потерял рассудок. То есть так, именно так, таков смысл слов. Слов Умара, да, то есть они бы постарались бы сделать все, чтобы аннулировать этот документ, а чтобы аннулировать этот документ, они бы оправдали бы слова, то есть подтвердили бы слова Умара о том, что пророк в конце жизни решился рассудка. То есть это может быть некоторым показаться, что это довольно-таки сложно,
Но это неправда, потому что мы видим, что школа халифов на сегодняшний день верят в то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в начале своей пророческой миссии пытался покончить самоубийством. То есть представить пророка сумасшедшим – это не так уж сложно в их школе. Да? Это в нашей школе, что все пророки имеются. Мы верим в то, что все пророки безгрешные и свободны от изъянов. Да? Но в их школе это довольно-таки просто. Поэтому пророку уже было бессмысленно писать. И более того, опасно. Опасно для пророческой миссии писать письмо. И поэтому он говорит: «Оставьте меня, не следует спорить в моем присутствии».